снимал я звезды, прибежал заяц. Заяц, привет. Вот тебе и фотоохота. Зайчик. Побежал по крышам высоток харьковских. Ладно. Спасибо за участие в съемках. Пошли к Юпитеру, к Сатурну. Автоматические настройки переключился, дабы нашего русака снять. Так, что мы видим? Мы видим Юпитер в 840 миллионах километрах от нас. А мы видим и все четыре галилеевых спутника. Даже на этом маленьком, ты представляешь, как Земля подо мной дрожит. Вот это да. Вот сейчас за экран спрячется правый спутник Каллисто, за край экрана справа. Бух ушел, вот, вот. Бах, ушел. Дальше идет Ганимед. И дальше сдвоенный это Европа. Уже очень светло. Я сейчас и Сатурн-то не обнаружу, наверное. 10 апреля 2021 год. Харьков. Дубль 4. 5.24 по Киеву, Харькове. Да. Не рассматривался зайцев, Сатурн потерял. А вот он, лапочка. Вот он наш золотой. Поймался. Окольцевали мы. Вообще уже хорошо поднялся над горизонтом, над облачками взошел. Колечки. Сейчас, секунду. Ты что ж ты бегаешь-то от меня, а? Так, не так, и так, не так. Где ж ты резкость?
пускай будет здесь. А то в эти игры можно играть до бесконечности. Вот как ты хорошо в самом уголочке экрана. Ну вообще красота. 1 580 000, по-моему, миллионов километров до Сатурна. Может, путаю 540, но не думаю, что кто-то туда в ближайшее время собирается. И от этого будет зависеть запас провизии. Так что 1,5 миллиарда километров, грубо говоря, до этого нашего красавца. Видно, как он вертикально вверх идет. Сомбреро это задрано. Потом в зените он станет параллельно горизонту. Но мы этого пока не будем видеть. Это ближе туда к осени. Очень хорошо. По диагонали прошелся просто показательно, что называется. Где ты? Дефиле. Мабуть, в морозильнике. Так. Прекрасно, просто замечательно. Сейчас, наверное, еще раз посмотрим на Юпитер. А я глазами уже визуально не наблюдаю Сатурна на небосводе. Это только аппаратура позволяет.